И помните, этим миром правит только любовь. Я хочу на дорожку создать. Круто! Бокальчик любимого и кристалла. Мои люди всегда со мной. Я не боюсь того, что будет завтра. Такого никогда больше не будет. И поэтому мне как бы больно. Я плачу каждый день. Я просто открываю сегодня. Я люблю это место. Я люблю Дом 2. Ребята, за Дом 2! Итак, стройка века. Все. 17 лет неустанной работы, скандалов, интриг и неугасающее внимание со стороны зрителей. Сенсация. Дом 2 закрывают. Эту тему уже обсуждают в телеграм-каналах, в соцсетях. Уходит эпоха. Этот год добил и Дом 2. ТНТ закрывает проект. 30 декабря выйдет последний выпуск. Об этом заявило руководство телеканала. Конец съемочного года на канале ТНТ. И я многое снимаю в сторис, я многое для вас выкладываю. Но я хочу снять такой микро-выпуск про аппаратную, про участников. Дай бог нашу камеру пропустит. А почему бы и нет? Как я приходила, открывала Дом 2 публично. Потому что, когда я пришла, спустя 10 дней после открытия, взорвалось все. Так сегодня я его и закрою. Мои хорошие, сегодня последний съемочный день Дома 2 на канале ТНТ. Я не могла в этот день не зафиксировать и не снять для себя на память мой последний съемочный день для ТНТ. Я не хочу плакать, сколько машин. А вот это будет эксклюзив на моем канале. Лисёк! Останови, Ахметик, даю. Мой администратор, которая здесь... Сколько ты работаешь тут? Вообще с Дома 1. 20 лет. Да. А со мной 15. Да. Мой лисёк. С 18 лет, между прочим, знаю Олю. С первого дня, как она пришла на проект. Была участница, потом стала ведущей. Снимать всё. Хорошо. 5,7. А у меня? У вас 3,6. Нормально. А у меня всё было холодильно. У нас 36. Нормально. Да. Первый этаж здесь у нас в основном кухня, столовая, вот водители, сантехники. То есть это такая как бы зона обслуживания, назовем это так. Дворники, понимаете? Дворники, которые убирают. У нас даже есть кофе-экспресс, как бы. Извините. Черкас, Андрюха, люблю тебя очень. А вот Ольга Игоревна, Кадоша, наша гадина, любимая, Сундрик, красивая, девочка моя, наш главный редактор. Заказали торт. Все, Маришка, здесь дорога, да? Это тебе. На площадку пока день. Да, да. Елочка, они вешают сердечки, ты с ними вспоминаешь, эти какие они были. Все, в 20 минут надо уложить. Да, сделаем. Дальше мы возвращаемся на сюда, пишем подводку, на воротах отключаемся. Да. Походим немножко по дому, там у них сбор, ты с ними посидишь. За час управимся? Да. Ну, а потом приедет Бородина, периодически, в качестве. Конечно. Профессиональный ведущий. Да, естественно. Все, давайте. Мои глаза, небо улетит с тобой высоко. Стать солнцем в твоих руках. Небо слышать голос твой легко. Каждый последний мой выход в году я всегда привозила в аппаратную операторам, редакторам, участникам. Всегда привозила шампанское, торты. И вот сегодня тоже поздравлю всех с Новым годом. Мы не плачем, у нас все хорошо.
что ты там спрятался? Иди к парням своим. Только не трогай. Да нет, все, я уже все выплакала. Я вас люблю, ребят. Я хочу всех от своего имени лично поздравить с наступающим Новым годом. Вы знаете, как я ценю каждого из вас, сколько лет мы прошли. Надеюсь, никого никогда не обидела. Я знаю, что не обидела. Всегда с позитивом, всегда с любовью. Макс, я не буду перечислять Наташу. Вы все, ну там, вы кто? Какие-то новые лица, да. Сашка, ну все, сколько мы прошли. Ну, я даже не буду вспоминать, а хочется, вы понимаете? Хочется их вспомнить. И эту поляну старую на Новориге. А шашлычная на повороте. Шашлычная на повороте. А как мы шли до Лобного в этой грязюхе. Ну, это история, это моя личная там драма, и я думаю об этом каждый день. Пусть нашим миром правит любовь, вот реально. Любовь к работе, любовь ко мне, любовь к друг другу, любовь к женам, любовь к мужьям, любовь к детям, любовь. И это нас объединяло 17 лет, потому что что бы ни происходило, нас смотрели и смотрели бы, потому что во главе всего стояла любовь и человеческие отношения. И это единственное, что нас всех и держало. Пришла сюда, мне только 18 исполнилось, скоро мне будет 35, и сегодня здесь, в этих условиях, я закрываю дверь этого дома. Я сегодня вам говорю просто всем спасибо за то, что вы у меня есть. За все, Саш, вот правда, вот просто за все. Что вы меня любили, что вы меня ценили, что вы всегда улыбались. Да, Олька, мне на подводках сердечки рисовали. Спасибо, ребят, за, вот правда, за все спасибо. За нас, за нашу историю. Это история. Это просто, такого никогда больше не будет. И поэтому мне как бы больно. Я плачу каждый день. Храню свои слезы, потому что я когда-нибудь расскажу интервью про все, что я чувствую. Но больно мне, у меня дыра в сердце, и так и есть. И я знаю, что у каждого из вас она тоже есть. За нас, за нашу семью. Спасибо, Оль, за нашу слова. Семью, за наш дом 2. Ребята, парни, за нас всех. Да. Ребята, за дом 2! Только маленькое количество человек, которые работали на протяжении 17 лет. Кто-то пришел к нам, кто-то с самого начала. Саша, он не любит, когда я его снимаю, его даже нет в Инстаграм. Я говорю, Саша, как? Я ему все новости, кто с кем сосался, присылала просто видео. У него его нет в Инстаграм. Это раритет. Это вот это такой эксклюзив. Но он главный редактор, и, наверное, наш зритель знает. Ну вот Галя работала с первого дня. Человек, который работал с первого дня. С первого дня, да. Ну, у нас много таких. Много таких, да. И Олька абсолютно права. Мы любим наш дом. Вообще просто это наш дом. Ну, вот, действительно. Это дом. Это не работа. Да, это дом. Дом. Да. Уезжаем в 3-4 да, ночи. Да. А помнишь, когда мы снимали шоу по 15 часов? А ночные смены. А ночные смены. Ты да. Помнишь? Вот эти эфиры. До 6 утра. Да. Все, работа просто. Да. И мы не работали, мы не жили. Нет, мне кажется, ничего не закончится. Мои люди всегда со мной. Красотка! Так, подводку где пишем? В аппаратные сцены. А они здесь? В соседней. А. Вот здесь, Оль. Галя. Ксюш, пока Оль на подводке, запиши пока, пожалуйста. Давай, я свой выключу, ты на связи? Давай. Я... Господи, мне очень сложно. Давай. Все, внимание, приготовили. Здравствуйте, я Ольга Бузова, и это телепроект «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга. Сегодня эти слова звучат в последний раз. Главное шоу любви прощается с вами. Позади много радостей и слез, оправдавшихся надежд и горьких разочарований. А главное,
тысячи историй о любви и простом человеческом счастье. Последний день 2020 года стал последним днем для нашей телестройки. Мы говорим вам спасибо. И помните, этим миром правит только любовь. Ай, не могу. Не плачь. Эту девочку я встретила, она была моей поклонницей, помнишь, знаешь? Олесь, давай шутку какую-нибудь скажи. Андрюха, не замерзла, я просто хочу быть красивой. Я думаю, нет, там что-то быстро. Да? Надо быть профессионалом, а эмоции зашкаливают. И они уже все собраны. Да. У всех есть сердечки и белые маркеры. На них мы должны написать что-то от себя, от души. А я могу написать? И ты, конечно. И повесим на елку. Да, и мы говорим, что сегодня 31 декабря. Сегодня последний день, когда... Ну все, ну молчи, ну все, ну за. Потому что я просто приезжаю сюда каждый день, а фотки нет. 17 лет приезжала. Здравствуйте, я Ольга Бузова. И это был телепроект «Дом-2», где одинокие сердца искали друг друга на протяжении 17 лет. Сегодня 26 декабря, и мы снимаем последний выпуск «Дома-2», и очень грустно. Мы переезжали, мы были раньше в Нахабино, в другом месте. Мы росли вместе с вами, я росла вместе с вами, вы росли вместе с нами. И в тот момент, когда казалось, что есть что-то, что будет вечно, вот говорят, ничто не бывает вечно. Да, это прекрасные слова, и никогда не говори никогда, но я вам клянусь, честно. В какой-то момент я поверила в то, что есть что-то, что может быть вечно. Это «Дом-2». Конечно, для нас, для всех это такой большой шок. Когда-нибудь я все вам расскажу, но сейчас не могу. Вы просто меня потеряете, если я уйду в эту депрессию. А если я уйду в депрессию, я должна людей заряжать, и я всех сегодня заряжаю. Я люблю это место. Я люблю «Дом-2». Здесь горел раньше огонь. Как символично, мы сейчас его зажжем. Просто говорю, посмотри, вы только все грохали, вот эту новую поляну. Вы просто посмотрите, как красиво, посмотрите, какой закат. Мои закаты. Вы посмотрите, красота вокруг и какое-то вот безумное единение душ. И вот эти слова, которые висят сейчас на доме, это мои слова. Потому что, когда я пришла на проект, 15 мая в 2004 году Евгений Абузяров на бараке, где мы жили, повесил буквы из картонки «Я тебя люблю». Пусть каждый человек в этом году услышит эти заветные слова «Я тебя люблю». И я сейчас тебе говорю, мой зритель. Я тебя люблю. Вы чувствуете уровень? Вы понимаете, просто в это... Пойдем. Да, все, пойдем. Иди накрывай. Все, иду накрываю. Я с вами еще... Давай, сделай все. Я скажу тост, и вы уже с чемоданом. Я этого просто не выдержу. С чемоданом его еще. На дорожку создать. Я хочу на дорожку создать новый пар. Круто! За, можно было как-то сказать? А потом поговорить в машине. Лёха хороший парень. Ну, на самом деле, мы с Олей... Вот как мы с передачей? Оля ведет передачу, мы чувствуем, где как надо поднажать, как друг друга. Раз, сюда, раз, сюда, уходим. Мандаринка и бокальчик любимого и Кристалла. На закружит зимушка пушистая. Заберу тебя с собой в Новый год.
любимого и Кристалла. На закружит зимушка пушистая, заберу тебя с собой в Новый год. Олечка! Ну что же ты грустишь, моя милая? Знаю, не успела, все, что так хотела. Не переживай, подними глаза. Посмотри на небо, будет много снега. Не плачь, моя девочка, прошу. Хочешь, я тебя на санках прокачу. Тебе, наверное, точно наверняка поднимет настроение. Ребятки, всех с наступающим. И последнее, что я хочу сказать, много говорил. Я в вас верю. Спасибо. Я в вас реально верю, в каждого из вас. Ромашов, слышишь? Ну, Ромашов, я буду его фанат. Без слов, без комментариев. Поверь, это не слезы.